смотрите сегодня. Вслед за доской славы клан Бейс выставили на всеобщее обозрение доску позора. Новый геймпад с необычными формой и размером. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим окружение юнитов и героев в игре Warcraft TFT. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры в дисциплине Warcraft TFT с финальной стадии лиги в Берлине. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Польская команда столкнулась с непредвиденными трудностями перед финальной частью Code 5 в Москве. С сегодняшнего дня участие команды Meet Your Makers Польша под большим вопросом. Все дело в том, что российское посольство в Варшаве ответило решительным «нет» на запрос въездной визы в нашу страну игрока этой команды Люка. Паспорт игрока сильно поврежден, а потому в течение нескольких недель он должен заменить его на новый. Пятая неделя IC Cup Clan League командного соревнования по StarCraft Brood War ознаменовалась разгромом пятикратных чемпионов Los Reyes del Mamba российской командой ROX Gaming. В других встречах стоит отметить победу Meet Your Makers над Templars of Twilight, а также поражение в сухую другой российской команды 3D от Excello. Несмотря на уход корейского эльфа Чека из пекинской организации Beijing Esports Team, эта команда все равно может на равных биться с любыми грандами киберспорта. Но что будет, если команду покинут ее основные и бессменные игроки в лице андедов Фова и Свита? Ведь по бродящим слухам, в просторах интернета корейцы в скором времени могут покинуть стан китайской команды не по своей воле, а по воле их государства. Организация Clan Base пошла на беспрецедентный шаг. Вслед за доской славы было решено выставить на всеобщее обозрение доску позора. Идея состоит в том, что каждый месяц на сайте организации будет опубликован список всех читеров, которые пробовали выигрывать с помощью нечестных приемов в той или иной дисциплине. В марте уже забанено 567 человек. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим окружение юнитов и героев в игре Warcraft TFT. Зачастую грамотное и вовремя исполненное окружение героя может обеспечить вам победу в уже проигранном матче. Особенно, когда герой противника без свитка телепортации. Поэтому совет. Всегда старайтесь кликать на героя врага и смотреть в его инвентарь во время начала битвы. Если вы не видите там ничего общеукрепляющего, окружайте смело. Как же это делать правильно? Для окружения вражеского юнита вам потребуется как минимум 4 своих воина. Есть, конечно, исключения, когда, например, овца в поле помогает 3 солдатам зажать героя. Но такое случается довольно редко. Итак, при виде вражеского героя мы должны выделить пачку своих войск и двигаться ими так, чтобы соперник оказался как бы в середине, в гуще нашей армии. Затем при выделенном отряде нажимаем кнопку «М» и направляем курсор на героя врага. Таким образом, мы как бы приказываем своим солдатам двигаться к герою. Если все сделать быстро, то процесс окружения занимает несколько секунд. Огромную роль в окружении играют станищие и замедляющие заклинания ваших героев и юнитов. Также врага легче окружить около леса. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Мышка, которая легким движением руки превращается в миниатюрный геймпад. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры в дисциплине Warcraft TFT с финальной стадии лиги в Берлине. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Genius представляет игровой руль Genius Speed Wheel RV. Благодаря использованию запатентованной технологии TouchSense,
Встроенный в руль вибромеханизм обеспечивает реалистичность вождения в различных автосимуляторах. Эффект виброотдачи передает ощущение скорости и неровности дорожного покрытия. Эргономичная конструкция руля повышает точность управления во время игры. Знакомьтесь, Trust GM1300 или просто Predator. Геймпад не имеет встроенной вибрации. Немного удивляют размеры, особенно его вытянутость. Джойстик имеет 8 программируемых кнопок, крестовину и 2 манипулятора. Predator по зубам игры любых жанров. Особенно это касается гонок. Если у игрока нет руля, то мини-джойстик может немного исправить этот досадный момент. Компания Aqua Computer официально представляет уникальный водоблок для графических адаптеров серии GeForce 9. Устройство получило наименование Aqua Graphics 9800 GTX. Главными достоинствами модели является возможность охлаждения не только графического процессора, но и микросхем памяти и даже элементов схемы питания видеокарты. Genius Navigator 365 Laser – мышка, которая легким движением руки превращается в миниатюрный геймпад. Созданная для ноутбуков, она даже на строгой презентации не выдаст ваше пристрастие к аркадам. Но как только придет время, она раскроется подобно мобильному телефону и позволит вам играть на ноутбуке, как на приставке. В сложенном виде имеет стандартный вид 2 кнопки и колесо прокрутки. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть игру в дисциплине Warcraft TFT с финальной стадии лиги в Берлине. За право называться лучшим кланом престижнейшего и длительного турнира сражаются команды MIM Dream Team и SK Gaming. В финале ни у кого нет права на ошибку, поэтому любой нюанс может решить исход как отдельного боя, так и турнира в целом и поставить крест на всех прежних победах. В данном поединке сошлись двое корейских представителей этих кланов. Интересы СК отстаивает Undead Rain, 20 лет, а честь MIM защищает самый удивительный эльф планеты Moon, 21 год, о котором давно уже ходят легенды по поводу его поистине нечеловеческих способностей контролировать свою армию. Сражение происходит на карте Twisted Meadows, которая в данном матч-апе считается более андетской, нежели эльфийской. Мун появляется на 11 часах, Рейн на часе. Разведка андеда доложила, что эльф ставит поздний алтарь, готовясь взять первым героем Бистмастера. Кроме того, ДК узнает, что Мун собирается с помощью Древа Войны закрепить ближайшую обсерваторию. Главный герой Андеда тут же отправляется помочь эльфу с крипингом, нарушая его планы, а монстры в помощь Уду прогоняют Дерево Войны прочь на главную базу. Оба игрока грейдят главные здания и получают героям вторые уровни. Бист выбирает скиллами Мишку и Кабана. Выбор ДК очевиден – Койл и Аура Смерти. В планах Муна построить Дриад и поставить Экспанд. Задача Андеда — поджать эльфа на этой стадии с пауками, гулями и статуями. Для этого на базе нежити строится второй склеп и бойня. Оба в качестве второго героя покупают в таверне Наг. Первой маленькой победой Муна становится убийство беззащитной Наги Рейна, которую ДК, как известно, лечить койлом не может. Самое интересное, что эльф во время этой погони на самом деле намеревался убить ДК. Стоит ли говорить, что параллельно с этим Мун ставит плановую нычку? После серии более удачных для эльфа разменов армии расходятся и продолжают крипинг. Эльф оплетает рудник, а Undead выходит в Тайр-3, беспрерывно штампуя пауков. Однако монстры в этот день благосклонны к Муну и делятся с ним посохом безмолвия, который может на время лишать вражеских героев применять заклинания. Да и прокачка героев у эльфа заметно лучше. Мун выходит из лимита. Во время крипинга эльфа Undead приходит уничтожать его экспан. Мун отвечает оригинально. Вместо того, чтобы отбивать нычку, кореец невозмутимо продолжает крипиться, ставя еще 2 дополнительных базы. Рейн идет по пятам, уничтожая все древа жизни.
Но герои Муна в это время получают пятые левелы, в то время как предводители армии нежити Бист, Нага и Лич, соответственно, 4, 3 и 1 уровней. Эльф, понимая, что нужно отвлечь андеда от постановки экспандов, идет на базу к Рейну, атакуя главное здание. Параллельно с этим Мун снова ставит 3 древа жизни в тех же местах и покупает в обсерваторию подрывные бригады. Его замысел прост – заставить армию нежити разделиться. Поскольку Рейну и атаку на мейн отбить надо, и экспанда уничтожить. Но, как известно, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. ДК применяет персональный телепорт на главку в надежде отпугнуть Муна. Но, как выяснилось, эльфу только этого и надо. Подрывник взрывает магазин, и все эльфийское войско набрасывается на героя андеда. Несколько секунд, и ДК в алтаре. Рейн на накопленные деньги выкупает ДК в таверне, и вскоре между корейцами вновь завязывается схватка. Правда, в то время, когда пауки андеда дружно стреляют по суммонам, Мун уверенно фокусит по Личу, навешивая на ДК безмолвие. Форкет, Наги и Лич умирает. К моменту финальной битвы у эльфа работает 4 экспанда, у нежити только 1. На небольших лимитах Мун фокусит по ДК. Нага Рейна передает ему инвул, но тут же попадает под атаку и вынуждена покинуть поле битвы. В погоне за ней устремляется Бист, а Нага с дриадами остается в одиночку разбираться против своей тезки и Лича с финдами. Однако Нага 6 левела и 1 в поле воин. Торнадо на ДК, фокус по Личу, и Рейн пишет GG. Выиграв этот бой, Мун приблизил свой клан к общей победе в лиге NGL1. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.